Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 117. И нам нужно записать все делители числа 90, ну а затем выписать из них те, которые являются простыми числами. Ну, давайте выпишем все делители числа 90. Ну, во-первых, единица является делителем числа 90, и число 90 тоже является делителем числа 90. Так как 90 у нас оканчивается цифрой 0, то оно делится на 2. 90 разделить на 2 будет 45. Поэтому число 45 тоже будет являться делителем числа 90. 90 у нас делится на 3. 90 разделить на 3 будет 30. Поэтому число 30 тоже будет являться делителем числа 90. 90 у нас делится на 5. 90 разделить на 5 будет равняться 18. Значит, и 18 будет являться делителем. Число 90 делится на 6. 90 разделить на 6 будет равняться 15. Поэтому 15 тоже является делителем числа 90. На 10, то есть на 9. Давайте сначала запишем. Делится число 90. Это будет 10. Значит, и 10 тоже является делителем. Перечислили все делители числа 90. Давайте теперь выберем среди них те, которые являются простыми. Простыми являются те числа, которые имеют всего два делителя. Это единица и само это число. И среди всех делителей числа 90 это число 2, число 3 и число 5. Все остальные делители имеют более двух делителей. Ну а число 1, оно не является ни простым, ни составным. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания? Подписывайтесь на наши группы.